Понятно, не устали, следите. Хорошо. Отлично, друзья. Я проверяю только время. Да. Хорошо. Примеры, а потом будет практическое занятие. Друзья, я не помню, по-моему, вам это данные не показывал. Это данные по цветам, по ирисам. Очень известные данные, которые часто используются в курсах для обучения. Данные по цветам ирис. Вот есть слайд на русском. Это набор данных для задач классификации. Мы будем по данным искать вид цветка. На этом примере сэр Рональд Фишер в 1936 году, друзья, почти 80 лет назад, продемонстрировал работу разработанного им метода дискриминантного анализа. Этот метод Ворош не поддерживается, поэтому я вам сам метод показать не могу. Но данными мы воспользуемся. У нас будут данные по цветам. И нам надо будет предсказать, какой вид цветка. Вот три вида. Ирис или Iris Citosa, Iris Versicolor и третий вид. Названия его тут нет. Вы можете почитать на Википедии. Эти данные, давайте сейчас вместе посмотрим, они идут, они встроены в Orange. Можете их открыть с помощью файла. Ну, давайте вместе это сделаем. Друзья, пожалуйста, запустите Orange и посмотрим, что можно поделать с цветами. Так, где Orange? Вот. Секундочку. Вот Orange. Друзья, если вам предыдущая схема не нужна, удалите ее. Если нужна, сохраните, а потом удалите. Пожалуйста, с помощью модуля файл откройте Iris. Эти данные встроены в Orange. Вот они. Их скачивать не надо. Iris. Угу. Открыли? Я вижу, она открыла. Да, да, хороший вопрос, Павел. Повторите, пожалуйста, его к концу урока. Так, как вы видите, наша целевая переменная тут уже выбрана. Это вид цветка. У нас есть три вида цветов. Iris Citosa, Iris Versicolor и Iris Virginica. И у нас есть четыре независимых переменные. Обратите внимание, это какие-то геометрические параметры цветка. Там соцветие, это длина, ширина, длина, ширина. Биологи лучше понимают, о чем идет речь. Я пытался разобраться, но я все время забываю, о чем речь, потому что данные для меня большого смысла не несут. У нас 150 наблюдений. Хорошо. Быстренько давайте посмотрим на наши данные с помощью модуля Data Table. Вот наши данные. Так, секундочку. Сейчас, секундочку. Опа. Так, вот наши данные. Вроде бы все в порядке. Давайте посмотрим, что у нас есть более подробно. С помощью модуля Distributions мы можем посмотреть, насколько были сбалансированы наши данные. Как вы видите, каждый класс представлен одинаковым количеством цветов. 50, 50, 50. Можно посмотреть распределение длины и ширины. Опять же, я убираю split by. Ну, такое вот распределение длины и ширины. Ничего необычного. Можно посмотреть, например, как меняется тот или иной параметр в зависимости от типа цветка. Например, давайте посмотрим, как влияется sepal length от вида цветка. И вы, например, видите, что Iris Citosa, у него sepal length меньше, чем, например, у Iris Virginica в среднем. Да? Iris Virginica, у него sepal length больше в среднем, а у Iris Citosa меньше. Хорошо. Опять же, как вы знаете, разведывательный анализ данных достаточно длинный этап. Мы не будем сейчас заморачиваться, мы перейдем к следующему. Мы хотим построить дерево для этой задачи. Давайте построим. Воспользуемся тесты score, чтобы оценить качество модели. И подключим модуль дерева. И подключим модуль дерева к тесты score. И можно передать данные. Данные модулю 3 можно передать, можно не передавать. Давайте передадим. Давайте посмотрим, что мы получили и какие параметры у модуля 3.
Друзья, чтобы получить те же самые параметры, выберите, пожалуйста, минимальное количество в листе объектов 5, как у меня, и максимальная длина дерева ограничена 4. И последний параметр стоп, когда majority 90. Выберите вот эти параметры и посмотрите, вы должны получить такое же качество модели, как я. Сейчас мы разберемся с этими параметрами и разберемся с деревом. Хорошо, Анна закончила, вижу, друзья. Сергей, Денис. Сергей тоже. Денис, Игорь, Виктория. Да, отлично. Прежде всего, вы видите, что AUC очень большой. Это значит, что наша модель хорошо решила. Да, AUC очень большой. Но, друзья, это не потому, что дерево очень гибкая модель. Эти данные, если бы мы тут построили скатерплот, вы бы увидели, что эти данные, они очень хорошо разделяются на три класса, даже визуально это видно. То есть эти данные очень легкие. Поэтому AUC получился хороший. Я вам сейчас это покажу. Давайте подключим скатерплот и посмотрим. Вы увидите действительно, что эти данные очень легкие. Вот скатерплот. Давайте выберем цвет. Это Iris. И найдем две самые лучшие проекции. Вот они. Petal length и petal width. Друзья, ось X – petal length. Ось Y – petal width. И цветом изображен тип цветка. Но что вы видите? Вы видите, что данные очень легко разделяются. Видно, Сергей? Видно, да? Смотрите, все синие цветы арисситоза находятся в углу снизу. Видите все? Все красные, ну не все красные. Видите, красные с зелеными. Есть парочку пересечений по этим осям, но в целом они тоже хорошо разделяются. Поэтому, друзья, неудивительно, что AUC такой большой получился. 0,97. Это легкие данные. Хорошо. Построили дерево. Давайте посмотрим. Я вам говорил много раз сегодня, что дерево очень наглядное. Давайте посмотрим на дерево, которое мы получили. Что посмотреть на дерево, которое получили? На выход модуля 3 подключается модуль, который называется 3Viewer, просмотрщик дерева. Подключаем и запускаем. И мы увидим наше дерево. Вот наше дерево. Получили? Теперь я вам должен объяснить, что оно значит. Это очень важно. Друзья, в слайдах это не написано. Смотрите, что значит это дерево. Начинаем, как всегда, с корня, и корень, как не парадоксально, наверху. Вот если бы наше дерево состояло только из одного корня, то решение, которое нам пришлось бы принять, было бы арисситоза, и мы бы ошиблись, мы были бы вправы в 33% случаев. То есть если нас говорят, дай решение только на основании корня, наш ответ арисситоза, и мы будем правы в третьем случае. Но если нам разрешают продолжать, то мы задаем следующий вопрос. Каков у цветка petal length, длина петаля? И если это она меньше или равна 1,9, мы переходим влево, в лист, останавливаемся. Если же длина петаля больше или равно 1,9, мы переходим вправо. Смотрите, друзья, если этот ответ на petal length был, что длина нашего petal length у цветка меньше или равна, чем 1,9, лепестка, длина лепестка, то мы переходим сюда, и видите, этот лист дерева, он полностью синий. В данном случае мы говорим, что этот цветок арисситоза, и мы будем правы с вероятностью 100%. То есть все, мы тут останавливаемся. Если же длина лепестка больше, чем 1,9, мы переходим в эту вершину. Друзья, если в этой вершине вы обязаны остановиться, то ответ должен быть Iris versus Color, и он будет прав с вероятностью 50%. Если вам говорят, остановись. Но если нам разрешают продолжить, мы задаем следующий вопрос. Ширина лепестка. Если она меньше или равна 1,7, то наш ответ будет Iris versus Color, и мы будем правы с вероятностью 90,7. Если же ширина лепестка больше, чем 1,7, то наш ответ будет Iris Virginica, и мы будем правы с вероятностью 97,8%. Вот наше дерево, которое дает достаточно хороший результат. Понятно, как расшифровать, как пользоваться таким деревом? Друзья, смотрите.
Я вам сказал, что если дерево строить без раздумья, оно будет глубокое и малопригодное. И поэтому, друзья, видите, в настройках дерева мы его ограничили. Мы сказали, мы выбрали несколько параметров, которые ограничивают длину дерева. Видите, например, мы сказали, дерево должно быть глубиной не больше 4. Мы ограничили длину дерева. Да, и можно было бы выбрать этот параметр больше, и дерево может быть очень глубоким. Друзья, мы тут ограничили тоже длину дерева. Мы сказали, что минимальное количество объектов в листе должно быть 5. Можно убрать это требование, сказать 1. И тогда может получиться более длинное дерево. Тут написано, перестань разделять дерево, когда минимум 90. Можно убрать это. Можно убрать вообще все параметры. И тогда может получиться большее дерево, которое будет худшее качество предсказания. Давайте посмотрим. Вот, друзья, видите? Тут получилось большее дерево. Опять же, качество этого дерева сильно не отличается от предыдущего качества. Да, не, вот от того качества, что у нас было. Давайте вернем. Видите, качество чуть-чуть ухудшилось. Но, друзья, обратите внимание, наше дерево было маленькое и компактное. Сейчас, где это дерево? Куда оно убежало? Наше дерево было маленькое и компактное. И работало, его параметр AUC был чуть лучше, чем у этого большого дерева. Какое вы предпочтете дерево? Маленькое, компактное, у которого AUC чуть лучше, или большое дерево, вот такое, у которого AUC чуть хуже? Какую бы модель вы выбрали? Маленькую или большую? Компактное. И не потому, что у него AUC чуть лучше. AUC разница всего 0,02. А по принципу, как вы помните, Акама Рейзер. Из всех моделей выбирайте простое, но не слишком простое, которое объясняет наши данные. И, конечно же, маленькое простое дерево лучше, чем такое гигантское. Пойди запомни такое дерево. Да? Смотрите, сколько тут вопросов. Соответственно, очень часто надо предпочитать выбирать, варьировать, играться с параметрами и выбирать дерево достаточно простое, но не слишком простое, которое решит нашу задачу. Хорошо. Давайте продолжим. Давайте решим еще одну задачу классификации. Друзья, ничего здесь менять не надо. Давайте поменяем только данные. Возьмем данные по Титанику. Сейчас. Не по домам, а по Титанику. Сделали? Сейчас я верну только те параметры, которые были. Да, 5, 4, 90. Правильно, я не ошибся. Какие параметры были? Какие, да? Смотрите, друзья. Во-первых, я вам напомню данные по Титанику. Друзья, данные по Титанику – это часть реальных данных пассажиров Титаника, которые часть потонули, часть спаслись. Зависимая переменная survived. Yes, если человек спасся, но если человек не спасся. Независимый переменный статус пассажира, первый класс, второй, третий, команда, возраст, ребенок, взрослый и пол, мужчина, женщина. Это задача классификации. Это очевидно, спасся, не спасся пассажир. И для этой задачи мы получили уже чуть хуже результат. Вы видите, AUC 0,76. Да? Получили 0,76? Сергей, Денис? Получили? Да. Давайте посмотрим, какое дерево мы получили тут. Видите, дерево получилось больше. Модель более сложная, данные хуже. Мы получили 0,76. Да. Можно уменьшить дерево. Видите, тут есть зум. Можно уменьшить дерево. Вот такое дерево. Давайте еще раз я его объясню, чтобы было понятно. Друзья, мы начинаем с корня. Если вам говорят, остановись тут, остановись в корне, то тогда ваш ответ будет такой. Человек не спасся. И вы будете правы с вероятностью 67.7%. Если нам разрешат продолжать путешествовать по дереву, то мы посмотрим пол. Если пол мужчины, женщины, мы переходим влево. Если пол мужчины, переходим вправо. Допустим, женщина. Мы перешли сюда. Если вам говорят, остановись в этой вершине, то ваш ответ будет да, спасся. Женщина спаслась. И вы будете правы с вероятностью 73.2%. Если вы перешли сюда, для мужчин ответ будет нет.
И мы будем правы с вероятностью 78,8. И дальше задаем дополнительные вопросы, которые позволяют улучшить качество модели. Например, для женщин следующий вопрос будет: тип пассажира. Команда спаслись большинство, первый класс спаслись большинство, второй класс спаслись большинство, а третий класс, видите, не спаслись большинство женщин. 54% не спаслись. И так далее. Вот такое дерево мы получаем. Варьируя параметры модуля 3, вы можете уменьшать размеры дерева, увеличивать. Я вам напоминаю, нам надо выбрать относительно простое дерево, но не слишком простое, которое даст нам, с одной стороны, понятную модель, а с другой стороны, достаточно неплохой результат. Обратите внимание, если убрать ограничители в дереве, то дерево может получиться очень огромным. Ну, тут еще не очень огромное, но в реальности может получиться еще более огромное, которое тяжело будет понять. Это то, что касается Титаника. Понятно? Хорошо. Что у нас еще есть? Давайте посмотрим. Друзья, это мы решали задачи классификации. И цветки, айрисы, ирисы, и Титаник был задачей классификации. Давайте решим задачу регрессии. Ничего менять не нужно. Нужно только взять данные по регрессии. Для регрессии возьмем данные Бостона. Откройте, пожалуйста, данные риэлторов. Хаусинг. Это данные задач регрессии. Наша зависимая переменная метв связана с ценой. Она цифровая, численная. Все, друзья. Все пересчиталось. Как видите, все пересчиталось. Теперь у нас вместо AUC для задач регрессии используется параметр R в квадрате. Так себе 0,72. Давайте посмотрим на дерево. Да, посмотрим на дерево. Друзья, обратите внимание, вот оно, гигантское дерево, которым я вас пугал. Оно мне даже все в экран не влазит. Ну, примерно вы видите, да? То есть это дерево, скорее всего, так подстроилось под данные, что, возможно, его качество будет не очень. Видите, да? Оно вообще не влазит. Да? Как бы, может быть, оно даже и хорошее, но работать с таким деревом достаточно сложно. Закрываем. Давайте выберем следующий параметр. Давайте попросим бинарное дерево, чтобы минимум было 5 в листе, и ограничим длину дерева не 4, а 3. Глубину дерева 3. Выберите, пожалуйста, эти параметры и тут поставите галочку 90. Просто для примера. Бинарное дерево, минимальное количество 5, даже 10. Давайте возьмем 10. 10. Длина дерева 3 и остановиться, когда 90. Выбрали? Давайте посмотрим сейчас на дерево. О, но прежде всего, видите, по крайней мере, можно понять, что происходит. Давайте я вам объясню, как это дерево работает, как его понять. Я вам объяснял, как работает дерево для классификации, а это дерево для регрессии. Мы предсказываем цену недвижимости. Начинаем, как обычно, с корня, друзья. Смотрите. Если вам говорят «остановись в корне», то цена на недвижимость, ответ у вас будет цена на недвижимость 22.5, и это разброс. Видите, очень большой. Но если вам можно задать вопрос, мы задаем следующий вопрос про параметр RM. Я не помню, что он обозначает. Если это RM меньше или равен 6.939, мы переходим в левую вершину. Если он больше, мы переходим в правую вершину. Например, мы перешли сюда. Мы задаем вопрос про параметр LSTAT. И меньше он или равен 14.37 или больше. Итак, мы путешествуем по дереву. И в листьях у нас есть ответ. Например, если мы перешли в самый левый лист, то все квартиры, которые перейдут в самый левый лист, наш ответ будет, что цена этой квартиры 31.6 и разброс 47.2. Достаточно большой разброс. Если, например, мы перешли в центральный вот в этот лист, то дешевые квартиры, как вы видите, цена будет 12 и разброс плюс-минус 14.7. Это дерево для регрессии. Как видите, может быть, это недостаточно. Можно увеличить глубину дерева и попробовать получить более точную модель. Например, вместо глубины 3 взять 4. Да, получилось чуть лучше. Тут уже начинается игра между тем, насколько сложное дерево мы хотим получить, чтобы пожертвовать понятностью дерева, получить более сложную модель и посмотреть на качество. Да, допустим, глубина 5.
всего чуть-чуть увеличилась, глубина 6, практически не увеличилась, видите? То есть, возможно, достаточно дерева глубины 5 или 4. Глубины 3 уже качество модели упало, видите, 0,71. Дерево глубины 2, 0,65. Видите, это слишком простое дерево. Оно не улавливает суть наших данных. То есть тут надо играться и смотреть, что нам подойдет. Есть вопросы по Бостону? Понятно, друзья? Я возвращаюсь к слайдам. Секундочку. Возвращаемся к слайдам. Итак, друзья, когда вы будете варьировать параметры дерева, вы можете впасть в две крайности, друзья. Вы можете взять очень простое, очень маленькое дерево, которое просто не сможет обучиться наших данных, потому что оно слишком простое. И такую ситуацию называют часто на английском underfitting. То есть слишком простая модель, она не подходит. Как не подходит? Она не может уловить тенденции наших данных. Слишком простая модель. Это называется underfitting. С другой стороны, другая крайность. Вы можете взять слишком большое дерево, которое частично запомнит наши данные, и пожертвуем мы обобщением. Оно не сможет хорошо обобщать на новых данных. Такое называют overfitting. Слишком сложная модель. Не надо такую сложную модель для данных. Так вот, хороший аналитик данных, одна из частей его работы, это победить overfitting, не попасть в underfitting, то есть выбрать модель, которая решит задачу, избегая крайности overfitting и underfitting. И часто это непросто. Это одно из важных умений, в которые аналитика данных может не хватать и которое должно у него быть. Ну, графически на слайде это можно изобразить так, друзья. Вот смотрите, вот наши данные изображены черными точками. Сейчас, секундочку, открою слайды покрупнее. Вот наши данные, видите, разбросаны. Но они разбросаны в виде параболы. Видите, да, точки? Если бы вы попробовали подогнать под эти данные прямую линию, то это как бы пример андерфитинга. Наши данные, они в виде параметров, в виде параболы, и прямая линия не сможет изучить параболу. Потому что параболы есть, вначале данные падают, потом растут. Никакая прямая линия эту тенденцию не уловит. Справа вы видите пример overfitting. Слишком сложная модель, очень много параметров. Она вместо того, чтобы выучить параболу, она выучила все шумы, которые были в данных. А посередке вы видите модель, которая как раз то, что надо. Она не проходит через все наши точки, не может парабола пройти через все эти точки, но эта модель уловила суть наших данных, что вначале они падают, а потом растут. Вот это идеальная модель для этого игрушечного примера. Но вы должны знать, решая задачи классификации, регрессии, перед вами всегда стоит опасность оверфитинга, можно упасть в андерфитинг, и нужен баланс, который вам позволит подобрать ту модель, которая подходит под ваши данные. И это часто непросто. Параметры различных моделей, модулей и моделей, которые в Orange присутствуют, они как раз предназначены для того, чтобы помочь преодолеть overfitting и underfitting. Более подробно я про это тоже не могу рассказывать. Здесь можно этому несколько уроков посвятить, но имейте в виду. Итак, итоги. Дерево решений. Эта модель удобная, она подходит и для регрессии, и для классификации. Вы видели сами, мы только изменили данные и получили сразу ответ. Дерево – это алгоритм, он не гибкий, он не самый оптимальный. Одна из причин используется жадный алгоритм. Жадные алгоритмы, они не оптимальные в общем случае. Модель дерева относительно проста для использования, поэтому многие люди любят ей пользоваться. Например, в качестве пожара. Если вы находитесь там-то, где окна закрыты, скорость ветра такая, сделай так-то. Если вы находитесь там-то, есть люди, которые там пострадали, полицейские не отвечают, то сделайте так-то. Очень удобно в данном случае представить схему поведения в виде дерева решения. Как вы видите, друзья, дерево решения требует очень мало препроцессинга. Это здорово. Меньше препроцессинга, меньше работы. Друзья, у нас осталась последняя часть на сегодня, которую я назвал итоги. Я хочу за пару минут, за 5 минут просуммировать то, что мы видели
основные некоторые моменты, которые мы видели на предыдущих лекциях, включая сегодняшнюю лекцию. Есть ли вопросы по предыдущей части? Что значит жадный? Жадный алгоритм – это алгоритм, который, когда принимает решение, смотрит на здесь и сейчас и не смотрит на последствия своих решений. И, соответственно, такой алгоритм может ошибиться. Алгоритм смотрит и говорит, а сейчас вот справа лежат 10 конфет, пойду съем 10 конфет. И он может пропустить тот шаг, что он, если бы он сейчас взял одну конфету, через шаг его бы ждала бы куча зефира. А жадный алгоритм смотрит локально, делает самое лучшее решение, поэтому общее решение может быть не оптимальным. Но это без деталей, хорошо? Итак, друзья, давайте подведем итоги. Что мы видели? Ну, во-первых, мы видели вот эту общую схему, которая, в принципе, содержит большинство этапов работы с данными. Такая наглядная схема. И, как вы видите, все эти этапы вы уже изучили, мы их тренировались, кроме pre-processing outliers. Они будут в этой домашней работе. Разумеется, друзья, не все так просто. У каждого модуля есть параметры. Каждый модуль можно подключать, переподключать в том или ином порядке. И аналитик данных должен уметь варьировать параметры модуля, выбирать более оптимальные параметры модуля и, разумеется, должен уметь писать хороший отчет. Друзья, если вы будете хорошим аналитиком, но вы не умеете писать хорошие отчеты, отчеты, которые повлияют на принятие решений вашего менеджера, вашего начальника, ваших клиентов, то толку будет мало. Поэтому в дополнение к тому, чтобы анализировать данные, нужно уметь писать хорошие отчеты, друзья. Это тоже очень важно. Еще одна таблица. Я напоминаю вам, что в обучении с учителем, когда у нас есть независимые переменные, есть большой класс задач, задач регрессии. И тут есть модули для задачи регрессии. И есть задачи классификации. И это модули для задачи классификации. Как вы видите, модуль линейной регрессии для задач регрессии, мы его изучали, логистическая регрессия для задач классификации. Сегодня мы поговорили о модуле дерева, дерево решений, 3, он находится и там, и там. На следующем уроке мы рассмотрим Random Forest KNN, они тоже находятся и там. Другие модули вы сможете самостоятельно освоить, если захотите. В любом случае, пользоваться ими можно уже сейчас. Еще одна схема, простота интерпретабельность модуля. Некоторые модели, модули более удобны для понимания и осмысления человеком, чем другие. Какой модуль выбрать? Тут на рисунке, чем выше находится модуль, тем более легче понять его решение. Какой модуль выбрать, зависит от задачи. Если вы играете на бирже, как правило, вы захотите более гибкий модуль, более сильный модуль. И вам менее важно будет понимать, почему принято то или иное решение. Если вы работаете с живыми людьми, и вам важно объяснять, почему получен тот или иной результат, возможно, вы захотите выбрать более понятные для объяснения модули. Опять же, однозначного правила нет. Для различных задач могут пойти те или иные модули. Не забывайте про опасности, которые ожидают аналитика данных. Оверфитинг. Наша модель, которую мы выбрали, настолько продвинутая, данных не так много, что она вместе с данными выучила шум и плохо обобщаема. Это мы не хотим. Про KNN мы еще не учили. KNN на следующем уроке. KNN не сегодня, Денис. Underfitting – это модель слишком простая, настолько простая, что она не подходит для того, чтобы уловить суть наших данных. Желательно что-то посередине. Та модель, которая проста, но не настолько проста, что она не может уловить наши данные, и не настолько сложна, что вместо того, чтобы ловить тенденцию в данных, она начнет улавливать шум. Нет, оверфитинг – это не жадный организм. Это разное. Таблица из учебника Applied Predictive Modeling. Я рекомендую вам ее распечатать и ей пользоваться. Вторая книжка этих авторов, я сегодня ее напомянул, те же самые авторы, посвящена вся книга при процессингу. Если вам будет интересно, можете ей пользоваться. Последняя схема из второго урока. Вы помните, друзья, мы с нее начинали. Основные этапы работы с данными. Друзья, data preparation – это то, что мы изучали сегодня, это препроцессинг. Моделинг – это модули, модели для аналитики, для анализа данных, для регрессии, классификации. И evaluation – это оценка качества модели. Друзья, все эти этапы мы с вами рассмотрели. Нам остались еще другие модели, которые мы не рассмотрели. Это тут. Но в целом
мы познакомились со всеми элементами этой схемы, кроме deployment. Deployment – это когда вы построили модель, оценили ее качество, и она выходит в жизнь. Вы ее продаете. Это лежит уже за рамках нашего курса. Deployment мы не изучаем, но в целом мы ознакомились со всеми этапами анализа данных. И это последний слайд, друзья. Сейчас я остановлю запись и отвечу на ваши вопросы. Секундочку. Так, стоп рекординг.